Всем привет! Я думаю, что этот короткий ролик будет интересен тем, кто занимается народной медициной и, в частности, готовит различные настойки. В этой 5-литровой бутылке у меня в течение 40 дней готовилась грибная настойка, и теперь ее необходимо процедить. Как это сделать быстро, я сейчас покажу. Мне потребуется широкий бинт или кусочек марли и банковская резинка. Бинт, точнее его кусочек, хорошенько закрепляем на горлышке бутылки. Вот так. А вот эти лишние куски лучше всего отрезать, чтобы они нам не мешались. Дальше все довольно просто. В 3-литровую банку, естественно чистую, вот так вот опускаем нашу бутылку. И процесс пошел. Останется немного подождать, и настоечка сама процедится. Чтобы ускорить процесс процеживания, можно вот сверху в бутылке проткнуть шилом отверстие. И тогда настоечка побежит веселее. Как видите, ничего сложного нет. Дальше ждать я не вижу смысла. Всем удачи, здоровья, до свидания. И небольшой постскриптум. Процедить настойку не значит ее отфильтровать. Фильтрация – это совсем другой процесс. Ролик на моем канале про это дело есть. Можно будет перейти по ссылочке, я ее оставлю в описании и в закрепленном комментарии к видео.